Мы внутри. Канатуя! Ну, конечно. Вперед! Собакина! Лети за ними! Берегись!
Красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Следи за ними!
Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Вот и все. Я рядом! Кошмары! Еще один сдох! Я готов!
страшно, когда бой легкий. Пути восстанавливаются. Жаль, мамы здесь нет. Кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов. Держись рядом. Когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кинануна! Еще один! Назад! Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо!
Хорошо! Я расчищу на путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Ты ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди! Он поет! Я слышу... Ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь. Но я жди хочу... здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Что это? Фэй. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. Он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю.
Он со мной не говорит, не учит меня ничему. Лучше бы это он умер, слышишь? Он, а не ты! Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень... очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна.